Социальные и промышленные объекты. Правительственная делегация во главе с премьером Абдулмуслимом Абдулмуслимовым с рабочим визитом побывала в Ботлевском районе. В рамках поездки глава Кабмина также провел совещание по вопросам социально-экономического развития горных районов республики. Все подробности в материале Джамиля Мутаевой. Свой визит премьер-министр начал с осмотра консервного завода «Аквариус». Ежегодно здесь перерабатывают более 500 тонн плодов и овощей. Соки, компоты, варенье, маринованные и консервированные овощи. Всего 14 видов продукции. Предприятие работает на полную производственную мощность. Местная продукция поставляется по всей стране и в Азербайджан. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать вопрос запуска на предприятии новой линии для разлива соков в мелкой таре, в том числе бумажной. Мы перед собой ставим такую цель – запустить на базе этого предприятия еще одну такую линию, где будет осуществляться воздух такой мелкой упаковочной продукции, в смысле мелкую упаковку, которая сегодня именно востребована на рынке. Далее председатель правительства посетил Миартинскую школу. Здесь обучается 214 учеников. В школе два корпуса и спортзал. В этом году проведен капитальный ремонт в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан». Уже в следующем планируются ремонтные работы во втором корпусе школы, где размещены начальные классы. Поменяли практически все, и стены, и мебель, и электричество, и составляющие разные. Все очень довольны ремонтом. Мусоросортировочный комплекс в селе Ботлях. Объект пока не включен в территориальную схему обращения с отходами республики и не эксплуатируется. Глава правительства поручил проработать эти вопросы и запустить комплекс. Сюда мусор могут и будут вывозить. Из Ахвахского, из Гумбетовского, из Цумадинского, самого Ботлихского. И если логистика совсем будет не совсем длинная, из Цунтинского района, из Кидеру. В Ботлихе Абдулмуслим Абдулмуслимов также посетил детский сад «Чебурашка». Сейчас здесь проводится капремонт в рамках проекта «100 детских садов». Работы были начаты в октябре этого года и будут завершены в ближайшее время. После Нового года наш садик откроется, и дети с восторгом зайдут в новый детский сад, где будет уютно, чисто, красиво. В ходе рабочей поездки правительственная делегация приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу памяти выходцев из Ботлихского района, погибших в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе 1999 года. Итоги визита главы Кабмина подвели на совещании по вопросам социально-экономического развития горных районов республики. Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил возможности развития горных территорий путем создания здесь мощного и экологически чистого агропромышленного хозяйства, развития туристического комплекса и торгово-транспортно-логистического комплекса. Джамиля Мутаева, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров. Время новостей.